Марат Башаров, актер театра и кино, телеведущий, лауреат премии «Звезда», театрала и заслуженный артист Республики Татарстан, родился в августе 1974 года в Москве. После окончания школы поступил в МГУ на юридический факультет, но отучился там недолго и в 1992 году решил кардинально сменить профессию, поступил в театральное училище имени Щепкина. Такое решение пришло не сразу, за год до этого он прошел пробы в спектакль «Кентервильское привидение» в театре «Современник», где в дальнейшем отыграл два сезона. Во время учебы в театральном училище активно снимался в рекламе и даже попробовал себя в кино в фильме Никиты Михалкова. После окончания учебы он решил продолжить карьеру в кино и снялся еще в одном фильме Михалкова. Эта роль второго плана стала прорывом в кинокарьере актера. Но настоящий успех пришел в 2000 году в киноленте «Граница. Таежный роман». Основную профессиональную деятельность актер ведет в кино и на телевидении. Так, в 2009 году он взялся за проект «Битва экстрасенсов», а позднее принял участие и в других проектах, как в качестве ведущего, так и в качестве непосредственно участник. Актер долгое время живет в Солнцево, у него там находится дом площадью около 300 квадратных метров. Артист не любит афишировать личную жизнь, поэтому снимки загородного особняка в основном выкладывала в сеть последняя жена Елизавета. На участке стоит большой двухэтажный дом, к нему примыкает гараж на несколько автомобилей. Территория полностью благоустроена, видно, что хозяин нанимал профессионального ландшафтного дизайнера. Рядом с особняком расположен детский городок, а в конце участка небольшой гостевой дом и озеро. Особняк оценивается специалистами примерно в 26 миллионов рублей. Несколько лет назад артист приобрел квартиру в жилом комплексе «Татьянин парк». По признанию Марата, это его первая собственная квартира. Ее покупка для него была очень волнительна. Изначально были куплены три квартиры и потом уже соединены в одну жилплощадь площадью 70 квадратных метров. Продавалась квартира с черновой отделкой, поэтому после покупки встал вопрос по ее благоустройству. Для этого в 2017 году он пригласил одну из популярных передач о ремонте. Специалисты программы взялись за обустройство гостиной и кухни общей площадью 45 квадратных метров, а также гостевого санузла. В остальных комнатах дизайн также продумывала дизайнер программы, но обустраивали уже нанятые строители. В квартире же расположены три спальни, детская, гостевая и мастер-спальня, а также три санузла, кухня, совмещенная с гостиной, просторный холл. И не забыли хозяева о рабочем кабинете. Центральной точкой, от которой пошел весь дизайн, стали пионы. Это любимые цветы Лизы. Дизайнер предложила пастельные цвета и классический стиль. На одну из стен гостиной уложили фреску с пионами. Ее хозяйка приобрела самостоятельно до начала ремонта. Мебель выполнена золотыми элементами, а текстиль решено было использовать бархатный. Гостиная разделена на две рабочие зоны, мягкую и обеденную. В обеденной установили большой стол, он был одним из пожеланий хозяина, и витрина в стиле арт-деко, отделанная сусальным серебром. В мягкой зоне установили большой диван и видеооборудование. Кухню оборудовали умной мультикухней, которая в один клик приготовит любое блюдо. Всеми электронными приборами можно управлять удаленно с помощью умной розетки. Санузел оформили в винтажном стиле эдвардинской эпохи. Плитка выложена в одном стиле с прихожей.